А что не слышать? Раздался хлопок и звук. Угу-гух, и посыпались у нас все стекла, все окна. И у нас там все, дома бульвару. Начинает третий, пятый, девятый, десятый. Школа, все это горело, в нашем доме квартира горела. Самолет летал два дня. Я специально бутылки спрятала, так только ремонт в комнате сделали. Откладывали это дело. Ну, здесь он шкаф. По предварительным данным, трое погибших и шесть раненых. Жертвы уточняются. Конечно же, самый грустный, наверное, день для нас, славянцев, сегодня. Есть домой,